За нарушение правил дорожного движения, возможно, будут арестовывать. Проект нового закона находится на рассмотрении в парламенте, сообщает местное печатное издание. Если законопроект вступит в силу, несоблюдение правил дорожного движения может обернуться лишением свободы на полгода или водительских прав сроком на 5 лет. По закону о дорожной полиции по 16 видам предусмотрено усиление ответственности, сказал министр внутренних дел Калмухамбет Касымов на расширенном оперативном совещании в минувшую субботу. Корреспонденты Первого Карагандинского вышли в народ, чтобы поинтересоваться мнением простых карагандинцев и автолюбителей, наведет ли новый закон порядок на дорогах. Очень много смертельных исходов на дорогах, поэтому, в принципе, я согласен, что должны лишать свободы, если водитель не прав. Наверное, есть смысл. Потому что слишком много нарушителей, да. Возможно. Да, за серьезные нарушения, наверное, надо серьезно отвечать. Даже не знаю. Конечно, можно на полгода сажать. В следующий раз не нарушали просто. Я за этот закон согласна. Потому что, во-первых, их надо чуть-чуть приучить к порядку. Да что вы, нет, это слишком крутые меры, я считаю. Слишком крутые. Вот пьяных за рулем, да, их жестко надо наказывать. Не нарушай законы, все. Все будет нормально. Пускай отвечает за свои поступки, если нарушил. Знаете, воздействовать нужно как бы не лишением свободы. И там морально человек должен понять, что этого делать нельзя. На психику надо, в смысле, не то что давить, а перестроить мышление людей.